Ну что, в путь дорожку дальнюю, березовую балку. Трите, замерзшее озеро, где же мои коньки? Вообще здорово, здорово. Вот, и вон там проходит слет бардов. Вагончик тронется, перрон останется. Вот здесь проходит фестиваль бардовской песни. Вот такая поляна. Люди собираются, общаются и поют песенки. На-на. Веселый вагончик. Ох, какой яркий. Вот. Вот такой веселый вагончик. А нарзанами пахнет, нарзанами. Ну, не только, конечно, нарзанами. И вот такие минные поля здесь тоже присутствуют. И очень-очень много. Вау! Так, идем дальше искать озера. Вот такой вагончик мы прошли. Так, так, так. Красота. Вот такой мостик, мостик. Вагончик остался позади. Конечно же, легких путей не ищем. Ищем сейчас нарзаны, чтобы попить и позавтракать, а потом будем дальше искать озера. Вот так. Не провалиться бы здесь. Не ищем легких путей, не ищем, не ищем и не ищем. Нашла себе каток. Вот сейчас я тут еще и покатаюсь. Главное не провалиться. Где вы источники? Непонятно. Но зато вокруг вот такая красота. Вот. И идем, идем по льду. А тут внизу, наверное, озеро. Это 100%. Ай! Ай! Господи, кошмар. Кошмар, вот как это, вот посмотрите, а, ну это надо все снимать, это естественно надо снимать. Вот он нарзан, вот он источник. Вот видите? Так, 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 так. Вот он, откуда берет начало. А мы цивильно идем и пьем. А
тут все не цивильно. Ну вот так с утречка уже принимаются нарзанные ванны. Вот такая красота. Ой, прекрасно. Как хорошо жить, а. Вот отсюда берет свое начало настоящий нарзанный источник. Настоящий нарзан. Ой, опять куда-то нас несет, опять непонятно где. А это застывшие минеральные ванны, зимние. Вот такие. Посмотрите. Так, источника выпили. Ну, что там у меня уже начинает животик побаливать. Теперь ищем водопады по тропиночке, по какой-то тропиночке сами себе придумали в поисках водопада. Дома снега я не застала, хоть здесь я снежок увидала. Вот так. Лучше гор могут быть только горы. Еще одни минеральные вады, ванны, которые идут каскадом. Вот она такая природа сегодня зимняя. Так, теперь бы аккуратненько. Иду. А запах какой, запах. Слышите? Мы пришли к водопадам. Сейчас посмотрим, какие же там водопады. Так, ну что? Явная тропа снежная к водопадам. Горная река. Что? Вот, подходим к маленьким водопадам. Отовсюду бежит река.
такому маленькому водопадику. Надеюсь, дойдем до большого. Вот такая красота. Река, погода сегодня изумительная. На горе, горе, береза, на горе, горе, береза, речка протекала, речка протекала. Речка, речка протекала, речка, речка протекала, вода студеная, вода студеная. Легких путей нищим. Это не по Таиланду шагать. Вот еще один мини-водопадик. Люди приезжают сюда на отдых. Здесь идет каскад водопадов. Все для мангальчика. Лавочка, столик, кофеек. Вот такое прекрасное место. Природа дает заряд сил, бодрости, вдохновения. На это все смотришь, и хочется быстрее-быстрее домой, домой. Творить, творить, что-то делать. Энергия подпиталась, воодушевилась. Прошли уже 5 километров, озера прошли, поляну бардов тоже прошли, водопады, каскад водопадов прошли. А куда сейчас идем? Да все равно. Еще один водопад, запах сероводорода. Ох, пахнет, как пахнет. Запахи, ароматы Франции, сероводорода. Вот преодолеваем, так сказать, маршруты.
Серьезные. Серьезные подъемы. Санта-Фушечка везет. Серьезными парнями. С отличной девчоночкой. Прет ништяк именно. Покорили мы тут местные моменты, короче. Все нормально. Едем домой. Все голодные. А ты не знаешь, что говорить. Но настроение хорошее. Смотри, как настоящий блогер, а? Да. Я настоящий начинающий блогер. Вот Аня меня займет, сочувствую моим обучением. Как что правильно делать. Пока, извините. Извините, дорогие подсничники. Подсничники, подсвечники. Как там? Да, да, подписчики. Прошу прощения, дорогие подписчики. Анины 25 человек. Дорогие наши 25 человек подписчиков. Надеюсь, после этого просмотра нас будет 25 тысяч. После этого будет новое видео. Да, ждите.